Ну, настроение отличное, смена обстановки. Все поздравляют, приятно, конечно же, слышать поздравления от всех. Ну, тренер поздравила, все девчонки поддержали ее, похлопали, подошли после, каждый поздравил лично. Подарки подарили некоторые. Но их мало было, все сказали все подарки потом. Поэтому в этот раз только капитан духи подарила, а от тренерского штаба термос уже второй в коллекции. Наверное, скоро уже буду коллекционировать. Ну и такие мелочи, там магнитик, брелок, ручка, такая статуэтка. Ну, такое немножко смешанное. Вроде все хорошо складывалось, но чуть-чуть что-то пошло не так, но сейчас настрой боевой, готовимся к матчам. Ну, то есть все, это уже прошло, то есть двигаемся дальше, в любом случае, работаем и двигаемся дальше. В принципе, команда такая, то что есть игроки, которые индивидуально сильные, то есть которые могут взять на себя, протащить, то есть, ну, довольно-таки, у них они бывали, они убегали в быстрой атаке. То есть, ну, не скажу, что будет легкая игра. Все, в принципе, игры будут тяжелые. На все матчи мы настраиваемся, что не будет легко. То есть на любой матч так. Что не будет легко, что нужно из последних сил выгрызать, то есть побеждать. Очень яркие эмоции, очень яркие воспоминания после особенно победы, когда победили. Ну, просто непередаваемые эмоции. Стадионы, в принципе, практически все были забиты, то есть очень много болельщиков. Атмосфера очень крутая атмосфера. То есть хочется, очень хочется попасть на Евро. Ну да, непривычно, что постоянно везде в масках, в перчатках, соблюдение дистанции. Конечно, мы все это соблюдаем, все понимаем риски. Ну, касаемо тренировочного процесса, ну, ничего не изменилось. Также все тренируемся, готовимся. Да хорошо себя чувствую. Наоборот, как-то в тонусе, наверное, то, что очень много, ну, часто игры, так даже лучше, мне кажется, чем лучше играть, чем тренироваться.